Октябрьский суд Саранска поставил точку в уголовном деле 56-летнего местного жителя, который признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Минувшей зимой водитель ПАЗа устроил смертельное ДТП в Саранске. Как установлено в ходе предварительного расследования, 14 января текущего года обвиняемый, управляя закрепленным за ним технически исправным транспортным средством, автобусом ПАЗ 32054 по маршруту номер 19 следовал со скоростью 55 км в час по проезжей части дороги, расположенной в поселке Николаевка. 8:34 автобус подъехал к перекрестку с регулируемым пешеходным переходом. Для ПАЗа горел желтый сигнал светофора, а затем красный. Однако, несмотря на запрещающие сигналы, водитель почему-то решил продолжить движение. В это время по зебре на зеленый сигнал светофора начала движение 28-летняя девушка, которая затем оказалась под колесами ПАЗика. Ее водитель заметил самый последний момент и даже попытался вывернуть руль влево. Момент аварии зафиксировали сразу несколько видеокамер. Сбив девушку, автобус протащил ее несколько метров по проезжей части, а затем столкнулся с автомобилем такси на встречной полосе, который в этот момент стоял перед светофором. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. На виновника смертельной аварии в МВД возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал полностью. По приговору суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения с лишением права управлять транспортным средством на срок до 1 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».